Одна из самых серьезных проблем, мешающих здоровому образу жизни молодежи, это курение. Вред никотина для молодых людей намного больше, чем для взрослых. Токсичные вещества действуют на молодежь сильнее, а также быстрее вызывают привыкание. Этому, конечно, нужно активно противостоять. Специалисты комплексного молодежного центра «Континент» провели на базе Славянского сельскохозяйственного техникума кинолекторий со студентами в рамках проекта «Здоровое кино». Все мероприятие прошло в легком, непринужденном и вместе с тем продуктивном общении. Просто посмотрите, почему у нас проект называется «Здоровое кино». Потому что мы вам показываем реальности. Мы правду вам рассказываем. Вы можете эту правду, как говорится, посмотреть и принять. Молодых людей призвали к здоровому образу жизни, к отказу от пагубной привычки курения, которая разрушительно сказывается на неокрепшем организме, ухудшает самочувствие, наносит психологический вред и в целом отрицательно влияет на физическое и умственное развитие. Причем опасность представляют как обычные, так и электронные сигареты. Потом уже придумали вот этот фильтр в составе сигареты, помните? Который, к сожалению, так как не справляется с тем, чтобы взять на себя все ядовитые вещества, которые находятся в этой сигарете. После просмотра фильма, в котором представители самых разных профессий, авторитетные ученые, говорили о пагубном воздействии курения, о том, что молодые люди из-за этой привычки лишают себя многих радостей здоровой жизни и сокращают ее, состоялось обсуждение актуальной темы. Самые активные студенты были поощрены памятными сувенирами. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».